На месте строительства Керченского моста археологи обнаружили множество ценных находок. Они переданы в фонды Таманского музейного комплекса. Возраст предметов насчитывает более 1000 лет. Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», археологи пополнили коллекцию музея керамическими кувшинами, чашками, амфорами античного и средневекового времени. Кроме античных и средневековых предметов быта обнаружены и более древние, например, эпохи ранней бронзы. Также в распоряжение музея поступили монеты, амулеты, украшения, в том числе уникальный перстень, на котором предположительно изображены богиня плодородия Деметра и знаки зодиака. Но самое главное, говорят специалисты, многие находки полностью переворачивают все представления о древней истории этих мест. Если бы не проект «Моста в Крым», уникальные памятники археологии еще не скоро были бы открыты для науки. Мы получили возможность вести исследования на большой территории. Материал, который уже удалось получить, представляет большой интерес. С появлением моста в Крым туристов в этом регионе станет в разы больше, уверен заведующий кафедрой археологии Южного федерального университета Алексей Кияшко.